Частушки. Подходи, народ, смелей, слушай, переспрашивай. Мы споем про Евстигнея, государя нашего. Вы себе представьте сцену, как папаша Евстигней, дочь, царевну Аграфену, хочет сплавить поскорей, но не получается, царевна не сплавляется. Как-то ехал царь из леса, весело, спокойненько, вдруг услышал свист балбеса, соловья-разбойника. С той поры царя корежит, словно кость застряла в ём, пальцы в рот себе заложит, хочет свистнуть соловьем. Надо же с этим бой начать, а то начнет разбойничать. Царь ни шагу из квартиры, а друзья-приятели, казначеи и кассиры, пол казны растратили. Ох, враги пришли к палатам, окна все повыбили, и Евстигней перед солдатом гнется в три погибели. Стерется, старается, в лепешку расшибается. Как сорвался царь с цепочки, цыкает да шикает. Он с утра на нервной почве семечки шабрыкает. Царь солдата ухайдокал, то не то, и это не то. Значит, царь эксплуататор, настоящий дармоед. Потому он злобится, что с ним никто не водится. Все мы знаем Евстигнея, Петю воспетого. Правда, Петя не умнее и встигнее этого. Лизоблюд, придворный наспех, сочинил царю стихи. Получилось курам насмех, мухи дохнут от тоски. А царь доволен, значится, того гляди, расплачется. Царь наш батюшка в почете, добр он и знающий. Ну а вы себе ведете крайне невызывающе. Царь о подданных печется, от зари до зари. Вот когда он испечется, мы посмотрим, что внутри. Как он не куражится, там вряд ли что окажется. Послужили мы и хватит, бюллетень гоните нам. Да и денег мало платят нам, телохранителям. А с меня вода как с гуся, сейчас, как выйду на пустырь, от престола отрекуся, заточуся в монастырь. Вот царь-батюшка загнул, чуть не до смерти пугнул. Перестал дурачиться, а начал фурты бачиться. Вот такая присказка Владимира Семеновича Высоцкого.